έχει δουλειά. Δεν είσαι ευτυχισμένο, θα μα αγαπά πάντα. Τώρα για σένα πες κάτι. Να είσαι καλά, να με αγαπά. Θα μα αγαπά όλου. Никуда ребенка. Он знает сейчас. Да. Теперь Аминь. 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 Μέχρι τριών χρονών και μακριά μαλλιά. Άσχημα. Σαντάνα. Και έμοιαζε κοριτσάκι. Το ροζάκι. Σλιχκά. Девочка, как тебя зовут? Его спрашивали. И Костя уже тогда сказал, все, режем волосы. Как только порезали волосы, черные стали. Весели. Спасибо. До 3 лет он был один, после 3 изменился и стал такой, как сейчас. Вот прям это в 4 он стал вот таким, как сейчас он. Волосы стали темные. У него не черные, у него темно-русый цвет. Но были соломенные. А, вот, поняла, все. Я с тех пор не меняю. А, понятно, все ясно. Были соломенные. Лекунечка, я очень довольна тем, что у меня 2 чудных деток. Наверное, я самая счастливая. В моем лице сейчас зарисовываю. А без тебя, без тебя, без тебя, без тебя и я. Мое представление. Полиша штата Лео. Это чтоб ты не... Не это самое. Чтоб ты не... Дружба ваша с Христом не заканчивалась, чтобы ничто вас не поссорило, что в этой жизни может поссорить. Это первое. Я это на первое место ставлю. А нет, на первое место я ставлю, чтобы вот дома было тихо спокойно. Мне кажется, вот счастье домашнее, это когда тихо, спокойно. Когда все молчат домашние, это правильно, это я согласен. Вот Илюшка вырастет, наберется ума и будет тихим, спокойным ребенком. Да, Илюшка? Да. Да, да, ма, что-то плевруна кимасте. Когда он вырастет. Пилите, Шура, пилите, все они золотые, да, да. Да, все, он пока маленький. Вот. Маленький. Ну, а ты сегодня плакал, как мальчик? Синера, ты масекамись. Тихий, спокойный, Исуна. Да, Исуна, тихий, спокойный. В общем, тихий. Это прямой эфир потом выходит куда-то, кошмар. Нас все слышат, видят. Это естественные вещи. Нет, нас просто записывают, вот к чему я. Счастье, счастье, счастье. Но счастье каждый понимает по-своему. Я это понимаю. Тишина и спокойствие. В моем понимании счастье. Ну и здоровье, конечно, без здоровья никак не получается. Согласен, здесь будет. Вот так я представляю. Малость. Да, Илюшка? И? Сына, Павел, его письмо. Я не готовилась. Я забыла, что тут папарацци будет. С днем рождения. Спонтанно. Здоровье самое главное. На самом деле, чтобы ты за ним немножко больше, чуть больше следил. Подожди, я сейчас окажусь опять виноватым после того, что... Я понял, да. Ну давай, давай. Я тебя ценю очень. Уважаю, люблю. Дети тоже, естественно, были
выбираю. То же самое, только в другом варианте. Он не может отдалиться от этого. Ну, это нормально, я понимаю, что это... Это не отдаление, это взросление. Абсолютно не отдаление. Это просто взросление человека. Да. Извини, да? Я вмешал. Да, ничего. Да? Создаю вот такое, которое есть. Браво. Заманил, да? Понятно. Ну, подержи. Ой! Ты у нас всегда готова к доставке. Его нельзя пропить, немножко, давай я вот так поставлю. Когда ты мне говоришь, все маленькое. Одно другому не мешает. Не мешает, нет, это вио систатикае, но с монеты, так как вы по монетам все считаете. Чевченочка, это вот без него никуда. Ментального и физического. Да. Добра. Любви. Любимых и любящих людей вокруг. Хороших людей по жизни. И меньше дерьма в этой жизни. А все остальное такая хуйня. Вот это вот. На мой эфир будешь да выставлять? Да мама его ёбсит. За тебя вызвала. Давай. Ох!